8 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Тараклии» прошел турнир по футболу среди девушек 2005-2008 годов рождения на Кубок Алуату 1708. Соревнования приурочены к Международному женскому дню 8 марта. 4 футбольные команды из различных населенных пунктов юга страны приняли участие в турнире. Футбольный клуб «Алуату 1708», гимназии сел Новоселовка и Будей Тараклийского района, а также спортивная школа «Камрата». Юные футболистки показали упорную игру и продемонстрировали прекрасные способности работы в команде. Федерация футбола Молдовы очень много сейчас направляет усилий на то, чтобы развивался женский футбол. Поэтому мы всегда рады, когда проходят такие турниры. Наши девочки участвуют в них. И их мастерство растет, потому что уже многие наши футболистки зарекомендовали себя на республиканском уровне. И есть девочки, которые являются у нас кандидатами в национальные сборные Молдовы. Женский футбол, региональный офис «Юг» уже развивает на юге 5-й год. То есть, если было в начале очень мало футболисток, очень мало команд, сейчас наши команды южного региона участвуют в чемпионате Молдовы по 3 возрастам. Андер 17, Андер 15 и Андер 13. И у нас проводятся традиционные турниры по футболу. Районные ассоциации футбола проводят турниры для девочек. Нужно сказать, что благодаря совместным усилиям у нас очень бурно сейчас развивается женский футбол. В турнире, приуроченном к Международному женскому дню 8 марта, принимала участие команда из села Алуат, занявшая первое место в региональном турнире по футболу «Алба Казапада». По словам тренера футбольного клуба «Алуату 1708», чтобы поднять команду до такого уровня, понадобилось немало сил и времени. Много лет назад им было этим девушка по 7. А остальным мы ехали на чемпионат республики, играли в Тирасполь, Чебурши. Мы проигрывали там по 20-0. И нам надо было 5 лет сыграть так, чтобы дойти до этого уровня. Но не так легко. Мы шли много лет к этому. И сейчас вот собираем тот урожай, который должен быть. Этот вид спорта набирает популярность, говорит тренер. Девушки самых разных возрастов и уровней подготовки. Кто-то футболом занимается постоянно, а кто-то в свободное время. Но азарт на поле у всех практически одинаковый. В прошлом году мы решили организовать ежегодный турнир к этому празднику. Получилось, скажем так, как получилось в прошлом году. В этом году мы решили, скажем, соблюсти традицию. И сейчас мы присутствуем на второй выпуск этого турнира. Собрались команды Юга Молдовы, 4 команды, которые заявили в такой праздничный день принимать участие в турнире. Ну и, как вы видите, надеемся на то, что праздник, во-первых, для детей, для будущих женщин удастся. Надеемся на лучшее. Каждая из футболисток хотелось показать свои способности, силу, упорство и одержать победу. Я с детства играю с мальчиками в футбол. И когда узнала, что есть женская команда, я сразу решила пойти играть с девочками, потому что с девочками легче. И всегда знаешь, девочки понимают, а мальчиками как-то сложнее. Я с детства очень любила с братом играть в футбол и... Я тоже, когда узнала, что есть женская команда, я очень хотела пойти. Мне очень нравится играть в футбол. И я, когда узнала, что есть женская команда, я решила записаться на женскую команду. Победу в турнире одержала команда из села Алуат. Ей был вручен кубок Алуату 1708. На втором месте расположилась спортивная школа «Камрата». На третьем – гимназия села Будей. И на четвертом – сборная из Новоселовки. Команды, занявшие призовые места, были награждены медалями и дипломами. По окончании турнира девушек ждал приятный сюрприз – торт в виде футбольного поля.